Группа ЧТПЗ предложила студентам УРФУ поучаствовать в онлайн-викторине «Белый квиз». В качестве приза игрокам достались толстовки и футболки. Пятерку лучших из них пригласили на стажировку в компанию «Белых металлургов». «Белый квиз» организовали на интернет-платформе Zoom специально для студентов Уральского федерального университета. Группа ЧТПЗ много лет сотрудничает с вузом. И чтобы не терять связи со студентами даже на время самоизоляции, устроили онлайн-квиз. Участники игры отвечали на самые разные вопросы. Часть из них на смекалку, часть на знание исторических фактов. Еще один блок вопросов посвятили непосредственно деятельности компании. Спрашивали о продукции, об инновационных производствах и об истории заводов. Победитель викторины, студентка УРФУ Наталья Плаксина, набрала более 2000 баллов. Девушка уже получила приглашение на стажировку. Всем участникам игры также вручат брендированные толстовки и футболки. Мы получили очень хорошую обратную связь. Ребята сказали, что вопросы были интересными, что им понравилось играть в эту игру и что действительно они узнали что-то новое о компании.